Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Если вы кто не знает, меня зовут Дарина, я практикующий психолог. Мы с вами смотрим песни, передачи с вашими любимыми артистами. Ну что ж, сегодня пришло время, наверное, посмеяться. 8 минут хорошего настроения вместе с BTS. Ролик называется «Как ребята дразнят друг друга». Я думаю, будет очень весело. Ну а прежде чем мы начнем, я напоминаю, что у меня есть группа «Музыка со смыслом». Если вы хотите ответить на свои неразрешенные вопросы, если вы хотите более глубоко проанализировать песни, которые вам очень сильно нравятся, возможно, за этими песнями будут скрываться непроработанные эмоции, да, вытесненные в бессознательном, а возможно, наоборот, вы хотите поделиться своей жизненной историей. Это очень качественная платформа, группа поддержки для вас, для каждого из вас, где общаются единомышленники. Также я буду рассказывать мини-лекции на тему «Как полюбить себя по-настоящему». Вы сможете задать мне вопросы и, конечно же, получить качественную профессиональную обратную связь. Если же вы заинтересовались, пишите мне в WhatsApp, Telegram или же перейдите по ссылочке в мой Instagram. Там есть также много полезной информации по психологии. Ну что же, буду ждать ваши сообщения, а сейчас давайте смеяться, начнем. Люди Икс. Эйнштейн.사장님이 너무 폭력적이신 것 돋보기 같습니다. 돋보기 좀 주십시오. 됐습니다. 여기요. 돋보기 여기 있습니다. 여기요. 돋보기 여기 있어요. 빨리 가요. 네. 자. 김덕진! 야!
양파. 어 뭐지? 또 룩. 자 가자. 가. 들고 있어 봐봐요. 한 입 안 먹게. 한 입 안 먹게. 강아지 우리 정국이 강아지 핸드 파피 쉬나이 파피 델라포 무서운 강아지야 이거 헤드 여러분 쫀득이 저한테 하나 주실 분 왜요? 제가 진짜 많이 좋아해 줄게요 쉬운데요? 자 적었습니까? 아, 정국이 손. 정국이 머리. 아, 저. 정국이 손 놀랐어. 정국아, 돈! 제일 중요한 거. 돈 줘라야. 지금 보세요. 봐봐. 정국이 장난감. 어, 정국이 장난감. 정국이 장 정국이 동동. JK, JK. 또 JK 핸드. 지금 당신은 초원 위에 있습니다. 당신은 초원 위에 있습니다. 때렸어, 찼어, 찼어, 찼어. 야, 자연의 냄새가 났어, 소금 냄새. 야, 나 4초도 못하겠다, 진짜. 초원에 말 냄새가 났어요. 나중에 이래 엄마 안 돼. 지금 빼야 돼, 지금. 하지 마. Да, за такими роликами очень быстро пролетает время. Вот вроде мы только начали смотреть, да, уже 8 минут прошли. Ну что, ребят, спасибо за хорошее настроение. Я надеюсь, вы тоже посмеялись, да, улыбнулись внутри, зарядились как таким позитивом. Ребята, конечно, очень непосредственные. Это
вот как детская черта, она осталась с ними и, надеюсь, останется навсегда. Поэтому тоже хочется вам пожелать такой легкости, веселья, оставайтесь внутренний вот наш ребенок, да, термин, который есть в психологии, пусть он радуется и будет свободным от того жесткого эго, который нас контролирует и часто критикует и обесценивает. Вот любите себя, радуйтесь жизни, этого вам очень хочется пожелать. Ну и я напоминаю, что группа «Музыка со смыслом» ждет каждого из вас. Пожалуйста, напишите мне, если у вас есть вопросы, сомнения, просто напишите мне сообщение. А я прощаюсь с вами, всем до скорой встречи и пока-пока!